Всем привет! Друзья, вы знаете что-нибудь про деревню Потеряевка в Алтайском крае, про Игнатия Лапкина и про секту под названием «Игла»? Если не знаете, то я вам предлагаю послушать эту историю, потому что она очень интересная и поучительная. Как мне кажется, мы опять имеем дело с явлением, когда ненормальное большинство отвергает нормальное меньшинство. Ну а так это или не так, вы сами для себя решите в конце этого ролика. Давайте начнем. Боже милость, сегодня грешен. Игнатий Тихонович Лапкин родился в 1939 году. За свою жизнь успел отсидеть аж 3 срока. Но все 3 раза он получил срок за религию, за веру. И, к сожалению, это не выдумки, не сказки и не басни. Действительно, во времена Игнатия Лапкина в СССР сажали за веру. Ну, избави нас от лукавого. Яко твое есть царство. В настоящее время он живет в поселке Потеряевка, который с 1991 года восстанавливает своими руками. Теперь немножко про поселок. До 1972 года поселок Потеряевка был рассчитан на 400 человек. Его даже планировали расширить до 700. Но в 1972 году поселок опустел. Он прекратил свое существование, потому что из него уехали все жители. И вплоть до 91 года, то есть 19 лет, в нем ничего не происходило. Все, что было возможно в нем, разрушилось, сгнило, заросло. Ну и мародеры, конечно, что могли, оттуда вытащили. И вот в 1991 году Игнатий Тихонович Лапкин приезжает в этот поселок, ставит там палатки, образует свою православную общину и с разрешения местных властей начинает восстанавливать этот поселок своими руками. В настоящее время Игнатий Тихонович вместе со своей православной общиной продолжают жить в этом поселке, продолжают его восстанавливать. Ну, конечно, сейчас у них уже есть дома, которые они построили, налажен быт, есть небольшое сельское хозяйство и даже есть детский лагерь. Вы можете спросить, откуда я все это знаю? Ну, во-первых, информация в интернете доступна каждому, а во-вторых, у общины Игнатия Лапкина есть свой канал на ютубе, который называется «Во свете Библии Игнатий Лапкин», куда они выкладывают ежедневно свои видео. Причем хочу сделать акцент вот на чем. Нам это понадобится в дальнейшем. То ли они не умеют, то ли умышленно это не делают, но они свои видео не монтируют. Их видео выходит каждый день. Длятся они от 10 минут до 2 часов. В них они показывают, чем они занимаются, что у них там происходит, как они работают и так далее. И они просто включают камеру, начинают снимать, потом выключают камеру и весь этот материал просто выкладывают на свой канал. Вот на это можно было бы, в принципе, закончить рассказ, если бы не одно «но». Если вы в поисковой системе сделаете запрос «Игнатий Лапкин», то первые ссылки, которые вы увидите, это лжемиссионерство, Игнатий Лапкин в лапах дьявола, секта Игнатия Лапкина и тому подобное. И здесь мы должны с вами обязательно разобраться, все-таки община Игнатия Лапкина – это секта или не секта? Для того, чтобы обвинить человека в сектантстве, ну, нужны хоть какие-то доводы для этого. Я, конечно, понимаю, что нашему обществу доводы далеко не всегда обязательны. Можно просто сказать, это белое, это черное. И все сразу начнут повторять, белое, черное. Но мы-то с вами давайте попытаемся разобраться. Мы же с вами адекватные люди все-таки. Существует действительно два фактора, которые, если извратить и поставить их к вам задом, а не передом, то действительно можно сказать, что это секта. Вот давайте эти два фактора и обсудим. Первый фактор. В деревню Потеряевка нежелательно приезжать просто так. Игнатий Тихонович Лапкин категорически против того, чтобы чужаки туда приезжали без разрешения. Сергей, разве не сказал, что там так не приезжают, только с разрешения? Это действительно странный момент, и я могу его подтвердить. Я написал Игнатию Тихоновичу вопрос. А почему в деревню Потеряевку нельзя просто так приехать? Что там такое? Там какая-то закрытая зона? На что мне ответил много чего, но в том числе, что категорически запрещено туда приезжать без разрешения. Притом не просто, а написано «категорически запрещается без разрешения приезжать». Он мне говорил... Наверное, у вас сейчас возникает вопрос. Ну а что будет, если я все-таки туда приду? Что со мной сделают? На самом деле ничего плохого с вами не сделают. Понимаю, я говорю, документы покажите. Сумки у меня. Документы. А где сумка-то? На вокзале.
Документы в сумке. Да кто разве так делается, документы в сумке? Да вот только приехал я. Да не в этом дело. Документы-то в кармане, они не в сумке. На канале Игнатия Лапкина есть видео, когда к ним приходят чужаки. Ну, допустим, заблудились, или пришли из соседних деревень, или просто ради интереса приехали. В принципе, ничего страшного не происходит. Их окружают члены общины, зовут Игнатия Тихоновича, и он, в свою очередь, устраивает им допрос. Ну, вы женаты? Да. Были судимы? Не были судимы. Зачем приехал, откуда приехал, когда родился, как зовут, имя, фамилия, просит документы и так далее. Что вы знаете о нас? Что побудило вас приехать по порядку вопроса? И опять же, это может показаться странным, потому что все-таки поселок Потеряевка находится на территории Российской Федерации. И любой гражданин Российской Федерации вправе туда приехать. Однако, дело не в том, что они просто так не пускают туда чужаков, потому что им есть что скрывать. А дело в том, что опять же на своем канале они показывают видео, когда они ловят воров. Да любой мужик тебя бы кувалдой там, говорится, а ходил, ноги, руки переломал тебя, чтобы ты под себя ходил всю жизнь. А он нет. Ты нарвался-то на такого, ты знаешь, кто это перед тобой. Здесь полная лужа грязи, ты бы в ней валяться должен, просить прощения. И как можно увидеть, ничего страшного даже с ворами не происходит. Их просто по закону сдают полиции. А милиция-то, она делает свое дело. Да. Это что, тоже милиция приехали? Угу. Ну, ты тоже ничего не сделаешь. И даже к ним никакой агрессии не проявляется. Можно увидеть, как Игнатию Тихоновичу жалко вора. И когда он молится за этого вора, он даже плачет. Этого несчастного Дмитрия, коснись, Господи. Дай ему страх твой святой, обрати его. Есть также видео, когда не доходит до воровства. Вот посмотрите сами. Вот пришли два пьяных человека из якобы соседней деревни. Как вы считаете, они туда пришли для чего? Действительно чему-то научиться или все-таки своровать? Зачем милиция-то? Идите с Богом. Да я... По-людски да, к вам пришел. Пожалуйста, заберите, честно. Уйдите его оттуда. Все. По-человечески. Да. Идите, по-человечески вас просят. Вступайте. Господи, извините, сами пожалуйста. Себя не уважаете. Это ты здесь бугор, что ли? Понимаете, вы ищете приключения. Смотри, он уже рыпается. Поэтому Игнатий Тихонович Лапкин не жалует чужаков не потому, что им есть что скрывать, а потому что чужаки ведут себя аморально и просто-напросто воруют. Воруют все, что попадается под руку. Бензин, продовольствие, лопаты, грабли и так далее. Только с этой целью Игнатий Тихонович Лапкин с настороженностью относится к нечленам своей общины. Так, заберите его, пожалуйста, заберите. А по-хорошему нельзя? Вас просят, идите, вы не настолько пьяны, чтобы не понимать. Фактор номер два, которым манипулируют люди, называющие Игнатия Тихоновича сектантом. Как я уже упомянул, в поселке Потеряевка есть детский лагерь. И в этом детском лагере есть свои уставы, свои команды, свои правила и так далее, как и везде. И одна из команд – это пятиразовый удар в колокол. Если колокол бьет 5 раз, это значит, что детям нужно эвакуироваться. Значит, происходит какая-то экстренная ситуация. Например, пожар, нападение на лагерь, землетрясение или что-то еще. Так, еще раз. И вот однажды в поселок Потеряевка в детский лагерь приезжают чиновники с проверкой. И Игнатий Тихонович отдает команду ударить 5 раз в колокол для того, чтобы чиновники не смогли поговорить с детьми. Однократно еще напоследок. Да мы не против. Ну вы заложите все сейчас. Скажите, ну закончите этим. Увезете там, завтра меня арестуют. Ну да? Поинтересуйтесь, ну, завтра посмотреть. Но затем всю беседу с чиновниками они записывают на камеру. Там аж 3 части, причем долгие. И в конце Игнатий Тихонович приглашает все-таки чиновников зайти и посмотреть. Я не разрешил. Не разрешил, потому что нет причины. А дальше я разрешаю вам просто как гостей принять. Я имею желание принять вас, показать все, что вы пожелаете. Но вот эту вот часть почему-то люди упускают. Акцентируют внимание только на том, что приехали чиновники, им детям дали команду эвакуироваться. Что же такое дети могут рассказать? Да ничего они не могут рассказать, потому что Игнатий Тихонович сам позволяет снимать, что происходит у них в детском лагере. И как я сказал, без монтажа. Тут Степа с Сережей раздрались. Если бы он хотел что-то скрыть, он бы не снимал многие вещи, за которые тоже можно зацепиться. Ну, например, как он не разрешает разговаривать детям по телефону с родителями более там 20 или 30 секунд. Но он это снимает и показывает, потому что он ничего не скрывает. Рот-то закрой, все время губа отвисла, как это.
у нашей ласточки. Нельзя так делать. А то, что он не пустил чиновников и вроде как приказал детям уйти подальше, так это может быть, друзья, потому что когда приходят чиновники, то сразу возникают какие-то проблемы, даже там, где их быть не должно. Может быть, поэтому Игнатий Тихонович так заволновался. Ну, вот видите, здесь нет ни подписи, ни печати. Вот, собственно, и все. Это те самые два фактора, которые искажают для того, чтобы назвать Игнатия Тихоновича сектантом, а его общину сектой. Существуют еще всякие разные придирки, ну, которые из пальца высосаны. Например, говорят, что Игнатия Тихоновича там все слушаются, что все следуют его указаниям и приказаниям, что он там просто чуть ли не бог, что его возносит до небес. Это все неправда, и это вы тоже можете увидеть, посмотрев ролики на их канале, которые, еще раз уточню, без монтажа. Да, он действительно лидер своей общины, и что же в этом такого? Его все уважают, его все действительно слушаются. Ты понял? Понял меня? Понял. Но послушайте, если мы представим, что 10 человек идут на шашлыки, то там тоже возникает свой лидер, который непосредственно стоит у мангала и раздает команды. Кому-то он говорит принести щепки, кому-то говорит помыть кастрюлю, кому-то насадить шашлык на шампура. И что же мы, эти 10 человек, тоже назовем сектантами? Нет. Игнатий Тихонович непосредственно лидер в своей общине. Его действительно все слушаются. Но он не отдает приказы, он просто руководит. И все добровольно его слушаются. Поэтому не надо не обижаться, ничего. Благодарить Бога надо и все. Есть, конечно, там еще и некоторые персонажи в этой общине, о которых тоже следовало бы упомянуть. Например, там есть некий Роман. Визуально они обманывают, понимаешь? Африка шире России, ты можешь это представить? Он, конечно, православный человек, живет по правилам общины, но у него очень интересный взгляд на мир. Он умудрился соединить православие с теорией всеобщего заговора и всеобщего обмана. Везде надо все проверять, брат. Он, например, до сих пор верит, что Земля плоская. Он верит в то, что не Земля вращается вокруг Солнца, а Солнце вокруг Земли. И он даже готов вступить в дискут и даже доказать вам это. У меня еще есть куча материала, где подтверждает, даже Библия подтверждает, что Земля не может вращаться вокруг Солнца. Это очевидная ложь, но вы не увидите ее просто, понимаешь? Это очевидная ложь. Тем не менее, Игнатий Тихонович Лапкин не имеет вот к этой теории никакого отношения. И более того, если бы это была секта, я думаю, что Игнатий Лапкин не позволил бы такому вольнодумию. Однако Роман живет по законам общины, по православным законам, и то, что он там себе думает, никого не интересует, в том числе и их лидера Игнатия Лапкина. Я прекрасно здесь буду жить, и что? Есть еще один интересный персонаж – Никита. Здесь дети, они все видят, и как тебе не ай-яй-яй? Каждые несколько выпусков его постоянно Игнатий Тихонович отчитывает, ругает, упрекает, потому что Никита все время делает все как-то криво. Не там дерево срубит, не там подпилит, там пилу сломает, лопату что-нибудь не так копнет и так далее. И вот Игнатий Тихонович его все время ругает. Это уже приобретает такой комичный характер. Вы, если смотрите этот канал все время, вы уже начинаете, как в сериале, болеть за Никиту, чтобы он, наконец, все сделал правильно, чтобы его не ругали. Я не могу понять, он такой есть, каких-то хромосом не хватает, или дуркует он? Ни одного дела нет, чтобы он делал, ну, как принято у человека, у людей, как говорится, полуманкурт какой-то. Зачем ты это сделал? Да. Ну, а сам Никита все выслушивает покорно, прям как большой ребенок. Ну, другого места такого нигде не найду, может, во всем мире, только здесь самому так заниматься, вплотную. Ты не молчи только, потому что если ты молчишь, то я не вижу конца этому молчанию и вынужден говорить. А люди, которые смотрят, а чего вы перебиваете говорить? Он хотел сказать. Вот, собственно, и все на этом. Никаких адекватных зацепочек, чтобы назвать общину Игнатия Лапкина сектой, у нас на самом деле нет. Но почему же все-таки существуют эти обвинения? Потому что, друзья, ненормальное общество, оно как один большой организм, не может пережить, когда кто-то уходит из него и говорит: «Ты мне не нужна, я проживу без тебя», что сделал Игнатий Лапкин. Представьте, человек в 91-м году приезжает в абсолютно заброшенное место, начинает восстанавливать поселок, образует там свою общину и говорит: «Не трогайте нас, мы нормально живем, у нас все хорошо, мы живем в миру, мы живем честно, мы живем справедливо, все у нас хорошо, все у нас нормально». И общество не может этого пережить.
Она говорит, нет, так не бывает, ну мы же хорошие, а раз от нас кто-то ушел, значит, это не мы ненормальные, это он ненормальный. Вывод, друзья, если вдруг кто-то не разделяет вашу точку зрения, если кто-то не хочет с вами существовать по тем правилам, по тем принципам, по которым существуете вы, это не значит, что этот человек или эта группа людей ненормальные, бесноватые, что они сектанты, что они сумасшедшие. Это значит, что они просто не хотят так жить. И не нужно их клеймить. Если они никого не трогают, если они не причиняют никому вреда, оставьте их в покое, пусть они живут себе сами по себе, никого не трогая. И их тоже трогать не надо. Чтобы все было по любви, по слову твоему святому. Хвала тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. На этой ноте я бы хотел закончить. Ну, про лайки и про подписку канала я вам напоминать не буду. Вы же знаете, что существует такая функция. Всем спасибо за внимание. До свидания. Не-не-не, ты видишь, они маленькие девочки. Ну, как я это прямо не знаю, да? Игнатий. Нет, 5 лет. Ну, 10 лет пройдет, ты вот так будешь вокруг нее бегать, познакомиться хочу. Ты маленько, ты глянь, какие красавицы растут. Ну.